Коллеги, главный тренер хоккей на Кубок Салават Владислав Ромша, в том числе его самый важный. Спасибо. It was a hard night. We had a really, really emotional game a few days ago against Akbars. And after this one, it wasn't easy to come here. And we knew that it's a really good home team. They play with a good emotion, good speed. And they really want to win this game. So it wasn't easy game. And we knew that. We started well. First 10 minutes, we played really, really good hockey. We created chances, but we couldn't score. After this one, I don't know what's happened. We didn't work enough. But today, our goalie Daniil Tarasov, excellent job, excellent work. Same PK, our PK helped our team today. That we were still, we fought it, win it, and end of the game, really good hockey. What kind of goals? I'm satisfied. Road game, 2 points. That's it. What we wanted. Для нас это была непростая игра на выезде. Самое главное, мы набрали 2 очка. Первое, что хотел бы оценить, очень сегодня нам сопротивление сильно оказалось. Теперь мы знали, перед тем, как заехали, что нам сегодня будет предстоять команда с хорошей скоростью. Они прекрасно играют дома, поэтому прекрасно понимали, что он будет непросто. В поле мы много эмоций оставили. Давайте сначала начну. Мы знали перед тем, как сюда ехали, что нас ждет непростая игра. У Новосибирска очень хорошая, быстрая команда. Мы прекрасно понимали, что будет непросто. Плюс у нас был непростой эмоциональный матч против Казанского Акбарса дома, поэтому много эмоций оставили. Что касается самого матча сегодня, то в первом периоде мы достаточно неплохо действовали, создавали моменты, но, к сожалению, забить не смогли. Затем характер встречи поменялся, соперник стал лучше играть. Плюс, наверное, самое главное сегодня – это Даниил Тарас, который нас в игре оставлял, выручал. Отмечу наше меньшинство. После этого, да, самое главное, проявили характер и сумели эту игру выручить, вытащить. Ну что, 2 очка, сложный гостевой матч, едем дальше. Коллеги, вопросы? Томми, добрый вечер. У вас недавно вернулись Шакир Мухаммадуллин и Родион Амиров с Эдмонтона. Оцените их эмоциональное состояние после возвращения с МЧМ. How you can estimate emotional condition Mohamedullin and Amirov after and Bashkirov after World Cup Junior in Edmonton? They are all those guys, good players, and they just came back to Ufa and they practiced a few days with the team. So I think it takes a few days, few weeks when they can give their best. But so far, like today, big goal for Mohamedullin and Bashkir played well, also Amir. So I think Думаю, все три парня нам сегодня очень сильно помогли. Отмечу, отличный гол Мухаммадуллин, также на льду был Башкиров, хорошо действовал Амиров. А если говорить в общем, то мы с нетерпением ждем, когда они будут уже больше набирать форму, потому что достаточно был непростой перелет, они много сил оставили в Канаде. Но, в общем, сыграли неплохо, но им стоит еще набрать кондиции. Здравствуйте, Азамат Шулаков, медиакорсеть. Оцените сегодня дисциплину Науменкова. A few words about discipline of Науменков. It's a hockey game, you need to show emotions. Это хоккей, здесь нужно проявлять свои эмоции. Долго не могли забить. Можете сказать, что игра пошла не по плану из-за этого? Long time without pucks today, so you can say just some problem with the plan of the game today. Just can you describe this moment? Can you say it again? I didn't hear. Long time without pucks today, just in the third period. So can you say some words about game plan? Maybe some mistakes in game plan today before? Opponent wanted also win this game. So they played well and we defended well. So you need to also handle moments like this. There is offense and defense. Sometimes you play a little bit more with the puck. Sometimes opponent play with the puck. And still you need to handle those moments, and I think road game 1-3 scoreboard. What can I say? I'm satisfied. В общем, игрой доволен, но в хоккей играют две команды. Кто-то хочет больше забить, две команды другу противостоят, поэтому в каких-то моментах должен атаковать, в каких-то моментах защищаться.
Сегодня обе команды хорошо действовали. В принципе, в этом плане я доволен тем, как события развивались. Да, было непросто, но сам главное в конце выиграли. Долго не было контроля за шайбой. Много Сибирь создавала моменты. С чем это можете связать? Эмоции, физика? Недостаточно отрабатывали в защите? Спасибо. Long time in the whole game, Siberia have some moments to score. So we can describe this moment, just emotional problems of Salat Yulaev, some control of pucks Salat Yulaev. What's the problem? I don't know. Like I said, hey, they tried to also win and they played good game. Our goalie today was really good. And sometimes, like I said, there is a 60 games, even you create what kind of plans. Sometimes opponents come to the momentum and sometimes you need to also say that, hey, opponent play well too. Да, это хоккей. Иногда ты должен принять тот факт, что соперник тоже хочет тебя выиграть, у него есть свои планы на игру, поэтому всегда не стоит об этом забывать, что тем более сегодня оценю, как соперник хорошо действовал, поэтому, наверное, от этого тоже учитывать стоит. Денис Таипов, Горобзор.ру. Здравствуйте. Вопрос первый. Можно сказать, что молодой воспитанник Мухаммадуллин заслужил место в основном составе, и он должен чаще играть, чем, например, опытные белорусы, Коробов или Саец, которые часто ошибаются. Can we say Mohamedullin right now can be main D-man, like not, for example, Коробов or Лисовец? Can be honored playing defense in the first line, second line, something like that? See, we have a lot of good D-mans and kind of, I can say that we have a long bench with the D's, and that's a good thing when we go further this season. And we rotate our guys, we have all D's, I trust all our D's, so this is the plan, like I said, we rotate our guys and we trust all. Самое ключевое, что я хотел бы отметить, что мы всегда проводим ротацию, у нас хорошая длинная скамейка, в том числе и защитников, нам есть из кого выбирать, поэтому хорошо, что наши защитники себя могут проявить, и в этом плане я очень доволен. Ну, отличились набранными очками Башкиров. Он вообще очень так солидно смотрится в четвертом звене. Забил Мухаммадуллин. На ваш взгляд, почему не удается отличиться Амирову? Башкиров played solid game today. Мухаммадуллин scored a goal. What about Амиров? Why? What's the problem? He didn't score yet. I don't know. He's a skillful guy. He's a talented guy. And like I said, it takes time. It's when you come back to Russia after under 20 games. And for sure, he will score goals. He's a local guy. So far, not yet. Hopefully soon. Я надеюсь, как можно быстрее он будет забивать, потому что он очень талантливый, одаренный парень, поэтому с этим нет проблем. Я думаю, что не сегодня, так в ближайшем будущем он точно будет приносить нашу пользу команде своими голами. Амирову, можно еще один вопрос? Быстренько я задам. Вам не кажется, что Амирову вот на взрослом уровне не хватает смелости? Как-то иногда он так ноги убирает, силовой борьбы избегает. С этим есть проблемы, на ваш взгляд? Don't you think Amirov has to be a little bit aggressive in this level of playing? Because it's not a junior hockey, it's a man hockey today. Yeah, for sure. Like I think it wasn't only Amirov today. We didn't work hard enough. We didn't play aggressive enough for offense, and I think our whole team need to do that better. Also Amir. Я думаю, здесь надо не только про Амирова говорить в сегодняшнем матче. Тут сегодня все не агрессивно играли, поэтому это, в принципе, общекомандный момент. And second part of question, don't you think sometimes Amirov tried to save him in some tackles, some moments? I would like to say that he plays smartly. He's a smart guy, skillful guy. You need to understand the game, so I think does it well. Отмечу, что по этому моменту, что Амиру пытается ли себя Амиров как-то беречь, он очень умный игрок, поэтому он старается за счет этого в первую очередь действовать, поэтому может так вам кажется. Спасибо, коллеги. Спасибо.
главный тренер хоккейного клуба Сибирь Николай Николаевич Зорухин. Николай Николаевич, поделитесь, пожалуйста, в итоге матча. Ну, я считаю, незаслуженно мы проиграли, да, получили поражение за сегодняшнюю игру. Хорошие моменты были. Пустые ворота где-то не забили, да. Ну, как говорится, не доиграли, да, где-то в концовке и мастерство где-то команды соперника, да. Использую свой шанс. Спасибо. Ну, коллеги. Николай Николаевич, Иван Багун, Чемпионат.ком. Как думаете, сказался ли вот этот перерыв после игры с Кунлунем на то, что первый период не очень активно начали, особенно когда выходила первая замена финская у Словата? Ну, они сегодня ни одного гола не забили. И ребята справились с ними. То, что немножко начало, да, имел там первую смену, имели соперник шанс. А дальше таких моментов здорово выставили. Меньшинстве, да, и... Но на очко наиграли, я считаю. Меню. Коллеги, вопросов больше нет? А, есть. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзор.ру. А, скажите, ну вот в концовке что случилось? Это потеря концентрации, психологии или просто мастерство соперника сказалось? Ну, пока непонятно, за счет чего так резко проиграли. Ну, а первый гол видели, да, вратарю попало в голову, отлетело с ворот. Ну, вроде выставили в меньшинстве, да, 1-1 счет, и шайбы не вышли из зоны, и неправильно сыграли, да, в обороне, получается, и пропустили второй гол. Ну, а третий, понятно, после ворот хотели спасти игру. Все вопросы? Если вопросов нет, спасибо, не забывайте. Коллеги, нападающий Сибири Виктор Комаров, выставили, пожалуйста, в итоге игры. Хорошо играли 2,5 периода. В целом, еще не дали создать соперника моментов. Вот. В конце невынужденные ошибки привели дела. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы. Виктор, здравствуйте. Как восстановиться психологически без такого обидного поражения? Все-таки скоро совсем матч с Кунь-Лунем, который тоже... Очень важно в борьбе за плей-офф. Здравствуйте. Как нужно сделать выводы? И, не знаю, завтра посмотрим видео, разберем ошибки, с головой надо выходить на матч. Коллеги, еще вопросы? Вопросов больше нет? Спасибо, отпускаем Виктора. Коллеги, защитник хоккейного клуба Салават Юлаев, Шакир Мухаммадуллин. Шакир, ваши впечатления о матче? Ну, хорошая игра, хороший соперник. Было много моментов в первом периоде, не реализовали. Огромное количество моментов во втором периоде. Какая-то открытая игра была. И слава богу, что в третьем периоде реализовались и выиграли. Спасибо, Шакир. Коллеги, вопрос. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Вы с конца ноября не играли на уровне КХЛ. Ну, каково вам сегодня физически, эмоционально, тем более на матч на выезде? Ну, в плане физики, наверное, было тяжело больше организации. Там третий-четвертый день только идет. А так, чемпионат мира, те же канадцы, я не думаю, что они плохие, там, американцы. То есть, немного, наверное, больше открытая игра была там, и быстрее немного, потому что площадка маленькая. А так, в принципе, игровая практика была, поэтому единственная акклиматизация, так. С первого периода уже вошел. Ну, предсказуемый вопрос про вашу шайбу. Прокомментируйте, как это случилось. Ну, в своей зоне отбороли шайбу. В средней зоне вижу то, что игрок получает ее, и его никто не поддерживает в атаке. Там некоторые игроки ушли на смену. И думаю, ладно, хорошо, включусь к атаке. Так как он бросался два, думаю, защитка от вратаря может быть шайбу. И поэтому побежал в сторону атака. Она ко мне отскочила, я уж не думаю, там бросил. Что говорили тренеры после пропущенной шайбы сегодня? Ничего, продолжаем играть. Сейчас в свои моменты решим разгон. Продолжаем играть, не нужно отчаиваться. Окей, у меня все, коллеги.
Коллеги, еще вопросы есть? Да, есть. Здравствуйте, Шакир, Денис Тайпов, Горобзор.ру. Шакир, ну, насколько вам с психологической точки зрения было сложно после чемпионата мира играть, потому что, ну, вот некоторые скауты, какие-то странные люди, записали вас в список разочарований молодежного чемпионата мира? Ну, это их мнение, то есть я его обсуждать не буду, да. Чемпионат мира, ну, это был такой тяжелый опыт для нас, из которого нужно делать правильные выводы, которые уже сделаны, поэтому сейчас все мысли и все силы направлены на игру в своей команде. Насколько быстро вы отошли от того, что случилось в Канаде? Ну, конечно же, после игры все были расстроены, но на этом не нужно зацикливаться. Нужно играть дальше, так как мы еще молодые, у нас все впереди, дай бог, еще у всех. И, в принципе, так, по приезду в Уфу уже все мысли были на команду. Готовься к игре. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов нет, то спасибо. Спасибо. Коллеги, нападающий хоккейного клуба Салават Илаев, Джефф Флетт. Джефф, your summary. It's a very difficult game. It took us 50-something minutes, or 55-plus minutes to win. But I think we can be proud of our effort over the whole game. Очень тяжелая игра для нас. 55 минут не могли включить свою игру, они нам понадобились, чтобы выиграть. Мы можем гордиться теми усилиями, что мы приложили. Вопросы, коллеги? Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакарсеть. Вы только что сказали, что 55 минут не могли включиться в игру. Почему? Style of play that Sabir plays, it's difficult to maintain offense. They stretch the game out so much. And just also difficult to generate offense. Это из-за игрового стиля Сибири, они широко играют, и Словату было сегодня сложно именно создавать момент в атаке. У вас за 5 игр 3 гола, сегодня в том числе победный. Что можете сказать о своей собственной игре? За счет чего прибавили так? So we have 3 goals in 5 games, and this is a game in goal. So what can you say about your conditions? I think I'm being given a good opportunity to play here and to be important. And I'm hopefully showing my level. And I think I am. Мне создали хорошую возможность играть, хорошее доверие. И я думаю, что я именно показываю этот уровень, свой уровень. И последний вопрос от меня. Салават в последнее время на 3-5 месте на Востоке. Важно ли оказаться в первой четверке по итогу регулярки? Спасибо. Салават in standings is on the third or fifth place. Is it important to become final from first to fourth? Yeah, sure. It's nice to have home ice through the first round, but I just think you want to finish the season strong. So if we finish the season strong, we'll finish in a good position. Simple as that. Да, конечно, хорошо бы закончить сезон в первых четырех местах, чтобы было преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. Но нужно просто закончить ударно, так сказать, сезон провести, если действительно Салават сможет сильно провести концовку сезона, то он окажется на первом этапе, первом четвертом. Еще вопросы будут, коллеги? Нет, thank you.